делай ничего и просто жалуйся на жизнь. Если у тебя есть лишний вес, то хуй с ним. Если у тебя нет денег, тогда подними жопу с дивана и возьми в дом. Спасибо. Если ты докатился до того, что тебе лень выключить свет, тогда зачем тебе твой братишка? Я братчика, и свет отключи. Красавчик. Ты можешь добиться девушки. Повторение мать учения. Хуй с ним. Все в твоих руках. Ни хрена, в твоих руках ничего нету. И если тебе надоело так жить, тогда смирись, ничего не изменится. Я пошел поплачу. Вы же знаете же меня, я жестко дерусь. Один раз, прикинь, на районе с пацанами рамсю, короче, и меня кто-то на видео технично снял, оказывается, прикинь, и по WhatsApp Дани Уайту отправил. И мне на следующий день, прикинь, все семерки звонят, я беру, алло, Дана Уайт, прикинь. Я говорю, да, Дана, говорю. Он говорит, братуха, я видел твой бой, говорит, подтягивайся в Америку, говорит. Мы с пацанами долго не думали, в Бэху садимся и в Америку выкатываем, прикинь, на трассу. Бэргазе приезжаем, там тренера, жесткие бойцы, прикинь. Я, не, знаете ж, долго не базарю, братан. Пэнг! Всех уронил, тренера нечаянно уронил, прикинь. Бэргазе мне Дана Уайт подходит, говорит, слушай, как тебя зовут, говорит. Я говорю, Жако меня зовут, говорит. И Жако с ним базажёхся, говорит, пойдем к нам в UFC, дит, прикинь. Так же было, да, братан, скажи? Да, да. Он просто стеснительный пацан, он не признает. Что, серьезно? Серьезно, братан, да? Отвечаю, да? Отвечаю, братан, да? Большие города. Возьмите, пожалуйста, зачем? Так, подожди. У вас же тут есть приложение, да, где можно ввести промокод, и мы получим кэшбэк, верно? Это девочка Найман. Блин, раздай интернет, пожалуйста. Хорошо. Так, подожди. Ты же вчера только тариф переподключила. Это девочка Найман. Блин, девчонки, давайте быстрее. Кстати, Баха, ты можешь мне свое платье одолжить? Да, конечно. Это девочка Найман. Уф, я не могу такси вызвать. Да не парься, я сам вызову. Это девочка Найман. Да, спасибо большое. Че ты стоишь? Пошли давай. А где моя сдача? Это девочка Найман. Я еще пакетики возьму, да? Это девочка Найман. Беспалевные казахские понты. Диса, под этому 11 айфон лежит. Как? Какой? 11 айфон Pro Max на заряд. Взяли в тот раз. Ага. Курс доллара какой сейчас? 424. Ага. На 800 миллионов умножь. Uh-huh. Тогда мы поедем в министерство. Братишка! Счет подай, счет! Закрыл я уже все, пацаны. По идее, джайская гостиница. Одни понты, я вообще не понимаю таких. Дайкс. Там у тебя на 200-ке какой объем вообще? 4,6. Как? 4,6, братан. Привет, передавай. Я вашего шефа знаю вашего. Хорошо. Да. У него две точки, кстати, здесь вот по Алмате. Очень крутой человек. Эй, гелик, 110 лямов. Пробег 6,200 всего. Подожди, а какой год он? 19-го. 19-го года? Скинь мне контакты, братан. У меня там есть там люди, по идее, покупатели. Все, сейчас. Они как раз искались. Да. Девчонка, я потерялся на туре оргу. Она детей любит, ты ему братишка, подвать тебе хоймай. Нет, все родные, по кайфу оргу, нам потеревался. Глухо. Сейчас нормально утром. Нормально. Сейчас нормально, пойдем. Да? Жанна, она мой братишка на галек. Какой он милый. Тартек мукон, да? Пацаны, если не поймут, а че еще хз? Инна, серьезно, гетпишь, родной, на! Хз, мална, узен гурспе, Ой, брат, сейчас жадно. Прикол, прикол, встречай, По-серьезски, сулищерген, девушка моя, Инна. Завтра сушняк ты, минах пылем, уломец. И че она? За девчонку, определись она, Серьезно, гетпишь? Кетчи, черт! Тохташи? Проезд, ахшан джоккоя, хайда кетчи! Лучше за эти деньги Бурж-Халифу построить. Ты где вообще стоишь? Нихуя! Уродец какой-то. Для аннигиляции нашей расы человеческий вид слишком мал. Эта планета нам не подходит. Съебываемся отсюда на... Нихуя себе! В смысле мал? Вот ты мал! Ты береги, В натуре, что ли?
Я сейчас приеду. Куда ты сейчас приедешь? Шан, там рамсы. И чего? Я, блин, уже оделся, но стол стоит на броне. Как сделать? И меня попутал! Блин. У меня у сестренки мячик сдулся. Можешь просто приехать надуть его? Давай я Нурику наберу. Мы пойдем к его бате ключи возьмем, гараж откроем. А потом, короче, у него в машине вот есть насос. Еще иголка, да, есть для насоса. Как сделать? Подожди зарядку. Да, зарядку, да? Так, как сделать? Шандос, просто возьми и подай, хватит говорить, как сделать. Да вообще не вопрос. Шандос! Как сделать? Шандос! Как сделать? Что случилось, Шандос? Твой конченый парень. Все хорошо, ты тоже не пропадай. Ладно, я не один, наберу потом. Да. Жан, кто это? Да, подруга. Дядя. Анна Классица. Да не, нормально там, два коэффициента, 5000, да, я поставлю, верну же, блин. Да ты надоел уже. Да ты что, бля, забазарила, что ли? Да не забазарила, хватит уже. Сейчас, где ты сейчас? Сейчас прям, нахуй. Зайди, нахуй, в видеозвонок позвоню сейчас. Сейчас прям зайди. У него шишак Жан. Был на резине. Жан. Я говорю потом? Жан. Эй, мужики общаются, что ты вмешиваешься, ему? Оцитнш. А так ее сразу вот так, опа, сюда. И дома сиди, нахуй, мозги не парь, поняла? Никаких клубов, бля, какие гулянки, бля. Давай, ну. Сори, брат, что там в угол? Баня, Рома, родной, классим, да? Алло, Жан, я приехала, я тут. Ты где? Жан, я, короче, передумал тут. Движники нарисовались, я не приеду. 5 признаков того, что твой друг с Чимкента. Брат, ты с Чимкента, да? Чего ощущение, ты еще? Шашлык, 700 тенге. Пиво 850. Ты вы больны, что ли? Брат, Чимкинки ешь? Мы деньги еще кунта на жизнь. Слушай, ты этого знаешь, как его? Павел Прилучный, такого актера. Нет, кто это? Ты, который это сериал «Мажор» играл? Да. С Чимкента же, братан. Да ну, серьезно. Серьезно тебе говорю, прогугли. Брат, потише едь, ты четвертый красный уже проехал. Куда ты торопишься? Спокойно сиди, нормально. Если у вас в Алмате ограничение до 60, у нас в Чимкенте от 60, вы, брата. Дауру, ассаламу алейкум. Хаммасы яхшимы чарчимастан. Законный джалан. Гарренов нингаски. Извини, да ладно, классик позвонил просто. Городской врачка, халаве. Хорошо. Приездом, давай, заходи там, ед псы какой-то. Полостили, сейчас масахана сделаем на тапчине. Кайф. Ой, какой миленький барашек. Чё, зачем ноги завязывать? Давай, брачка, быстрее. Ну. Не уходи, брачка, одному неохота. Шесть вообще. Не обязательно, да, присутствуй, да? Эй, шашрафай, ты мне чуши. Шампунь опять, шампунь. Хорошо. Давай, приезжай, там, брачка. О, молодец! Халада бунда дюшо! Эй, просто вот так! Давай! Подать можно? Плевать надо! Пять признаков того, что твой друг девственник. Короче, братан, меня сегодня девчонка позвала в гостиницу с ночевкой фильм смотреть. О, да ну нафиг, что, пойдешь? Нет, не пойду. Я ей сказал, давай, я говорю, лучше в кинотеатре, короче, два билета возьму, чтобы в Dolby Atmos нормально. А как в гостинице фильм смотреть? Вот тупая, блин, я ей говорю. Привет. Пятница же сегодня, да? Ага. Нормально, отдохнем. Я забронировал, договорился. Шесть мест. То-то, короче, на ночь сядем, до утра будем жестко. Иди в жопу, ах. Лёха, Ким, привет. Привет. Windows переустановить? Купи себе установочный диск, блин. Тоже мне нашла лоха. Че сюда вообще, капец, девчонки тупые. Смотри, смотри сюда. Че прикол, братан? Хорошо, слышь. Че? Это же похоже на... Не в тему, ты че? Блин, надоели жизнь, отстой, блин. Предки заставляют учиться на улице, блин. Погода вообще ни о чемская. Что, интернет запретили? Надоел уже, блин.
Я, ты что жалуешься, я? Я в таком мире живет, я 30 лет назад вот, до зависимости, знаешь, как мы жили? Я у вас на улице асфальт есть, понимаешь? Ну да. После еды салфетки руки вытирать, понимаешь? Я, у нас была один инстаграм, это газета. Эту газету потом в туалетную бумагу. Это поджигаешь дрова, понимаешь? Никаких лишних отходов. Эй, я в Аргой вот так когда в школу шел, там волки на улице ходили, понимаешь? А ты жалуешься им. Я... Бала, ё-моё, ты где? Твой самый влюблённый кент. Блин, не знаю, бороду отращивать или нет. Но я так и так соска. Пацаны, вообще не переживайте. Жандос ага на месте. Кукешка всё порешает. Братан, ты когда сына будешь назвать, подумай над вариантом, Жандос. Базар нет имя. Да я бы так же смог. Или лучше. Брат, подожди. Я ничего, дома лежу, отдыхаю. Ты чем занимаешься? Брат, сфотка? Много раз фотка. Ну да ладно. Чем мы обо мне и обо мне? Давай лучше обо мне. Да не бойся. Какой сейчас год? Чего, блядь? Какой год? 20-й, бро, 20-й. Так, зомби напали уже? Не нападали. Упс, не парься, братан. Подожди, чё, блядь?